Зачем нужен план калибровки электродов измерения? Станция дозирования Маэстро Дуэт и Трио комплектуется календарным планом калибровки электродов PH-RX. Это удобный инструмент. План калибровки помогает получать качественные измерения и отличную воду в бассейне. В процессе работы на поверхности электродов налипают отложения, которые искажают измерения. Нужно убедиться, что измерения происходят правильно. И если датчики стали показывать с отклонениями, то в процессе калибровки станция будет делать поправку при измерении. Калибровать датчики на частных бассейнах нужно раз в 3 месяца, а на общественных раз в месяц. План калибровки поможет визуально оценить, как давно калибровали станцию. После каждой калибровки ставьте отметку в соответствующем месяце. Мы комплектуем станции маркером. План рассчитан на 10 лет. Когда он закончится, у нас можно будет заказать новый план, наклейку на следующие 10 лет.